Приветствую подписчиков и гостей канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Сегодня наша тема – как настроить каналы через антенну на телевизоре DEXP. В данном случае у нас в качестве примера телевизор DEXP F32D7100C/W. В данном случае вы видите, да, нету сигнала, и мы, соответственно, попробуем настроить антенну. Значит, нам нужно выбрать на пульте кнопочку меню, да, нажимаем ее, и здесь выбираем с помощью крестика, да, вот вправо-влево, ну, нам здесь нужно самое первое, канал, да, нажимаем на среднюю кнопку, и здесь у нас, соответственно, просит выбрать система, то есть есть тип антенны эфир, да, ну, вот мы выбираем, допустим, эфир или кабель, в данном случае выбираем эфир, и нажимаем вот здесь вот автопоиск. Здесь нужно, соответственно, выбрать страну, да, где мы будем искать. И все, и процесс прошел. То есть, как только настройка каналов закончится, соответственно, вы получите, то есть, здесь покажет в таблице, сколько каналов было найдено. Всякие разные здесь каналы. Ничего дополнительно делать не нужно, после того как настройка пройдет, уже будете просто листать каналы с помощью вот этой вот кнопки, да, листать, либо с помощью цифр набирать эти каналы, и все, и после этого можно считать настройку завершенной. Если какие-то каналы плохо будут идти или не будут найдены, можно поднастроить их вручную. Для этого есть соответствующее меню. Давайте я остановлю процесс. Здесь покажу сейчас. Вот видите, ручная настройка. То есть выбираете, какой тип канала вам нужен, CTV или ATV, и соответственно вручную настраиваете. Ну это, конечно, более муторная тема, но тем не менее, если требуется, то можно сделать. Вообще, я пользовался автоматической настройкой всегда, ну ее как бы в принципе хватало, никаких проблем в этом плане нету. Если у вас дополнительные вопросы возникли по данной теме, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик, и всего вам хорошего.